У Сашеньки хомячок. Да. У Сашеньки есть домашний любимец. Хомячок. Как Сашенька зовут хомячка? Пушок. Пушок. Пушочек. А ну покажи, на ладошки, на две ладошки положи. И вторую ладошку открой. Открой. Нет, он на халатик его посади. Вот такую. Мне сейчас сказали, что его нужно вот такую к себе. Правильно. Давай на свободу. Прикрывай его ладошкой, чтобы он не утерся. Саша, отпусти хомяка, там не держать. А девочка, когда его вот тут вот сидит. А по-моему, он не любит это. Дай мне его на ручки, пожалуйста. Дай его сюда, пожалуйста. Дай пушка. Он поездничке собирается. Он умывается, какой умница. Умывается. Умничка какой. Он ходит ко мне постоянно. Да, пожалуйста. Он ходит на свободу. Дай, пожалуйста, мне его на ручки. На ручку дай. Я так вот к себе, чтобы он не убежал. Поездочки собирался. Поездочки. Ой, какая лапочка. Да, его зовут Пушок. Пушочек. Чтобы не упал, я его бы на ручку сделал. Чтобы он не упал. Ой, он ко мне собирается. Саша, было бы прикольно, если бы хомяк. Хомяк — это член нашей семьи. Самый маленький. Самый маленький наш братик, малюточка. Вот, понимаете, как эти, он может драться, как будто по ступенькам.